Hello. No! Это так сложно. What? Ку-ку. Мам, а что ты тут делаешь? Учу правила дорожного движения. Завтра уже экзамен, но я никак не могу запомнить все эти знаки. Oh, man. О, мам, это легко. Пойдем, я тебя научу. Окей. Cool. Cool. Парковка готова. Сейчас я тебе все покажу на практике. Давай. Выезжаем из парковки. Угу. Это знак «Уступи дорогу». Нужно уступить дорогу, если там идет пешеход. Остановка запрещена. На этой части дороги обгон запрещен. Проезд без остановки запрещен. Понятно. Нельзя ехать меньше, чем 60 километров в час. Понятно. Въезд запрещен. Окей. Стоянка запрещена. Этот знак обозначает, что можно ехать прямо и направо. Cool. Да, теперь я точно все запомнила. Сдала. Молодец!